Кустанае встретили участников мотопробега, посвященного 550-летию казахского ханства. 29 августа байкеры стартовали из Алматы и уже преодолели не одну сотню километров. Возглавил группу мотокочевников байкер-кругосветник Дмитрий Петрухин. Команда путешественника насчитывает 10 человек. Это культурно-просветительный мотопробег, который несет цели только одни, чтобы наша история уже сегодня пошла уже в современный Казахстан, чтобы мы изучили по-настоящему своих дедов, своих отцов, баба. И поэтому я считаю, что то, что мы делаем, это очень важно и нужно. Своего железного коня Дмитрий Петрухин называет «Тулпар». На нем он проехал более 250 тысяч километров, посетил 150 стран. В этом году у него тоже юбилей – 10 лет в пути. Задача акции – укрепить знания о народных героях Казахстана, воздать честь, сохранить обычаи и традиции казахского народа, передать молодому поколению опыт создания и сохранения мира в государстве, его научного, культурного и экономического развития. Дмитрий Петрухин вручил кустанайцам копию знамени 550-летия казахского ханства. Они, в свою очередь, подарили гостям книгу с историей Кустаная. Визит гостей завершился возложением цветов к обелиску в Парке Победы. Трудно, тяжело. Напряженно, а время мало остается до финиша, до Тараза, еще много-много городов. Поэтому мы уже сегодня, после встречи, которая пройдет здесь в Кустанае, мы уже поедем в Житыкара, мы поедем дальше в Актюбель, мы проедем весь Запад. Всего участники мотопробега в пути пробудут более 45 дней. Ожидается, что данный мотопробег будет одним из масштабных мероприятий по количеству участников, так как он охватит почти все регионы нашей страны. После Кустаная байкеры отправятся в Житикару, а завершится мотопробег 9 октября в Таразе, где байкеры вручат оригинал знамени 550-летия казахского ханства главе государства. Дмитрий Гуренко и Софья Чернова, РТН.